Hi, this is Elena from Wonderaccent.com. Today's video is based on a true story, and it's about a man who once got a surprise. But before we start, click the link below this video to grab your free bonus sketchbook that is packed with all the gems and goodies: a phrase vault to grow your vocabulary, an audio track to practice offline, a Russian script for reading, and an English parallel text, just in case. So let's get started. Сюрприз. Марк бизнесмен. Марк умный бизнесмен, и он очень хочет быть известным. Кто бизнесмен? Да, Марк. Марк бизнесмен. Марк доктор? Нет, Марк не доктор. Марк президент? Нет, он не президент, а бизнесмен. Марк бизнесмен, он умный бизнесмен. Марк хочет быть умным? Нет. Марк не хочет быть умным. Он очень умный. Супер умный. Марк хочет быть умным или известным? Известным, да. Марк неизвестный. Он очень хочет быть известным. Директор говорит Марку, если ты сделаешь новый компьютер, я тебе сделаю сюрприз. Что директор говорит Марку? Директор говорит. Если ты сделаешь новый компьютер, я тебе сделаю сюрприз. Если Марк сделает новый компьютер, тогда директор сделает Марку сюрприз. Хм, интересно. Если Марк сделает новый компьютер, что директор сделает Марку? Сюрприз, да, сюрприз. Директор сделает Марку сюрприз, если Марк сделает новый компьютер. А Марк хочет сюрприз? О да, очень. Марк очень хочет сюрприз. Он хочет быть известным. И директор сделает Марку сюрприз. Марк говорит директору. Хорошо, я сделаю. Он делает новый компьютер. Делает и делает. Один год. Два года. Три года. Что Марк хочет сделать? Принтер, да? Нет, нет. Не принтер. Марк хочет сделать не принтер. А компьютер. Он делает и делает компьютер. Один год. Два года. Три года. И вот он сделал компьютер. Это очень хороший компьютер. Марк идет к директору. Открывает дверь, дает компьютер и говорит, вот новый компьютер. Марк, сделал компьютер или нет? Сделал, да, сделал. Хороший компьютер. Ага, Марк сделал очень хороший компьютер, суперкомпьютер, и он очень хочет сюрприз. Марк идет к директору, открывает дверь, дает компьютер и говорит, вот новый компьютер. Директор говорит, хороший компьютер, а вот и сюрприз, ты уволен. Он берет компьютер и закрывает дверь. Что за... Что он говорит? Он говорит, хороший компьютер. А вот и сюрприз. Ты уволен. О нет. Вот и все. Марк уволен или директор? Марк. Конечно, Марк. Директор говорит Марку. Ты уволен. Марк уволен. директор берет или дает компьютер. Берет. Марк дает, а директор берет компьютер. Кто делает сюрприз Марку? Директор делает сюрприз. Марк уволен, вот это сюрприз. Сюрприз хороший или плохой? Плохой. Это плохой сюрприз. Марк не хочет плохой сюрприз. Марк известный. Да или нет? Нет, он уволен, он неизвестный. Но Марк умный, и он очень хочет быть известным. Он говорит, если я сделаю новый телефон, я буду известным. Марк уволен. Это хорошо? Конечно, да. Да-да-да. Это очень хорошо. Марк ничего не даст директору. Он говорит. А что Марк говорит? Он говорит, если я сделаю новый телефон, тогда я буду известным. Марк будет известным, если он сделает новый что? Телефон или компьютер? Телефон, да. Если он сделает новый телефон, он будет известным, если сделает новый телефон. Он хочет сделать новый телефон. Он делает телефон один год, два года, три года. И вот Марк сделал телефон. Это белый смартфон. Новый телефон сделал Марка очень известным. Марк делает телефон? Или телефон делает Марка? Да, Марк делает телефон. Телефон хороший или плохой? Да, это супер телефон. Это очень хороший телефон. Это белый телефон. Что сделала Марка известным? Телефон. Белый смартфон сделал Марка известным. Не компьютер, а телефон. А Марк и телефон дает директору? Конечно, нет. Он не дает телефон директору. Марк дал компьютер директору, но он не дает телефон. Он ничего не даст директору. Директор не очень умный, а Марк умный. Марк умный бизнесмен. Он сделал компьютер. и телефон. И он очень-очень известный. Это всё. До встречи в интервью с Марком. Make sure you hit the link below this video to download your free bonus if you haven't already. Also, I can't wait to see your comments. Share what you like about this video and what you'd like to make better. I read every single comment, so, see you there.